Здравствуйте. По решению правительства России Новокузнецку будут выделены 330 миллионов рублей на газификацию частного сектора и закупку электротранспорта. Газифицировать планируется около 13 тысяч домов, что примерно половина от всего частного сектора. Цель газификации – снизить отрицательное воздействие на экологию. От того, каким воздухом мы дышим, зависит качество и комфортность жизни. Обсуждали эту тему как раз во время поездки на Кузбасс. Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха – достаточно острая экологическая проблема. В этом году на мероприятие в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределим 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Средства получат Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская, Челябинская области. Еще один способ улучшить качество воздуха – расширить парк электротранспорта и обновить сопутствующую инфраструктуру. В июле мы объявляем конкурс на замену 20 троллейбусов и 21 трамвая. Дальше. В этом году мы должны приступить на 100 миллионов. Я так понимаю, у нас есть ПСДшка для того, чтобы отремонтировать верхнее строение пути, прежде всего это топольники. Это подъезды с левого берега на Кузнецкий мост, по которому сейчас ведется замена асфальта, и улицы Орджоникидзе. В следующем году мы закончим. Напоминаю, совсем скоро, с 1 июля, все банки будут зачислять социальные выплаты и пенсии только на карты национальной платежной системы «МИР». Гражданам, не имеющим такой карты, уже сейчас стоит позаботиться о ее получении. Впрочем, помимо перевода на карту, можно пользоваться доставкой средств Почтой России, либо перечислять пенсию на банковский вклад. Каждый вправе выбрать наиболее удобный для себя вариант. А вот автовладельцам при оформлении полиса ОСАГО больше не потребуется документ о прохождении техосмотра. С 22 августа автостраховщики обязаны будут продать полис без требования диагностической карты. Вместе с тем, это не означает, что прохождение технического осмотра перестанет быть обязательным. С 1 октября за отсутствие диагностической карты водителей будут штрафовать на 2000 рублей. А сама процедура будет в обязательном порядке фиксироваться на фото, чтобы исключить возможность фиктивного прохождения техосмотра. В четырех зонах отдыхать у воды разрешено официально. Сотрудники МЧС провели проверки, однако купаться пока не рекомендуют. Вода еще не прогрелась. В целях обеспечения безопасности отдыхающих обученные матросы-спасатели укомплектованы средства спасения и аптечки. Кое-где провели дополнительные работы. Мы попилили маленько ветки, которые на тополях мешались обзору и предоставляли опасность для отдыхающих. Подобрали территорию. Модернизируем сейчас вышку, она будет у нас более выше, ну, для того, чтобы более безопаснее все это происходило. И поставим дополнительное видеонаблюдение, что в любой момент как бы быстро реагируем на какие-то случаи. Пока к эксплуатации готовы Шале, Лесная Республика, Черемушки и Парк Водный. После снижения уровня воды водолазам еще предстоит очистить акваторию. Помимо четырех зон отдыха планируется открыть 11 пляжей. Есть опасения, что к началу купального сезона 18 июня купаться еще будет небезопасно, особенно детям. В этом году участились случаи, что у нас погибли дети, которые остались без присмотра взрослых. Поэтому возьмите на контроль, проведите с ними профилактические беседы и разъясните, что нахождение в опасных местах запрещено. Отдыхающим советуют следить за цветом шара или флага на территории пляжа. Купание разрешено, только если цвет желтый. Для полноценного отдыха детей, оставшихся в городе, с 16 июня начнут работать игровые площадки. Проводить занятия будут подростки от молодежного центра «Социум». Около 40 аниматоров, решивших подработать на летних каникулах, предварительно прошли обучение еще весной. Мы помогаем освоить образовательный материал, потому что ребятам необходимо знать, как провести игры, как поработать с ребятами, как их привлечь к себе. Вот. Поэтому мы помогаем в любом случае сориентироваться, и те, кто самостоятельно еще также изучают материалы или уже проходили там школу подготовки вожатых или имеют опыт работы с детьми в школьных лагерях, вот с ними мы продолжаем работать дальше. У нас ребята трудоустраиваются уже 16-го, начинаются сезоны. Работают они у нас периодами по 2 недели, 10 рабочих дней. То есть каждый день ребята у нас заняты по 3 часа. Желающих пока еще принимают в резерв команды. Для этого необходимо позвонить в социум, либо связаться с центром через социальные сети. Удачи вам и здоровья!